Так, опаздываем на съемки, а тут нас задержали мусора, вон они, в окошке. Игоря там, наверное, дрючат за нарушение правил дорожного движения. А я сижу, жду. О, вот и Игорь. Ну чё? Пиздец. Сука, блядь. Просто нарушили из-за меня. Я ему сказал ехать туда. Его все нет. Уже дождик капает сверху. Скоро вы услышите эту песню. Про дождик. Какие песни про дождик? Вот и услышите. Да знаешь что, сука, это временные, блядь, права. Ты что, прав лишили? Да. Что, серьезно? Да. Вот же, сука, смотрите, что нам дали, а? А? Блядь, это как, это судьба. Смотрите. Сейчас я как в прошлый раз, я так же ехал. Вон, смотрите, а? Вот, а? Что, как вы прокомментируете эту ситуацию, а? Нет, вот такая полиция, кстати. Да, вот такая полиция. Извините, а как ваше мнение, среди правоохранительных органов ГАИ много гомосексуалистов, как вы считаете? Я думаю, нет, реально, это он реально меня пощадил тебя. Пощадил? Он сейчас реально просто ни за что все забрать, я ему ничего не давал. Ни денег, кстати, отказался ничего. От взяток. Ох, и как зовут? Я не знаю, написано. Написано. Давайте прочтем. Прочтем на этой замечательной бумажке. Написано здесь. Ни хера здесь не написано, кто это забрал. Все, наконец-таки нас отпустили, теперь мы стали в пробку. Вот, замечательно. Вот так вот. Нарушили из-за меня? Потому что я сказал туда ехать. А прав лишили его. Ну, штраф. Штук 5, да? 5 штук попали. Вот так вот. Ахуй. Добрый вечер. Вот мы и приехали. Красиво? Здесь вот мы сейчас идем сюда. Практически в церковь. Практически. Вот, да, у нас телевизион, съемки, фильм. Мы видим тут, закинь, где пройдемся. Если выезжать машина. Поставишь жопу, да, вот эти вещи. Да, лучше давай. В эту студию. Что вы расскажете, Тимофей? Красивый. А что вы тут делаете? Я сейчас подойду. У нас небольшой. Представляете? Да, мы пока ехали. Все из-за меня. Веселые, да? Не надо туда ехать. Нет, поехали. Нет, не надо поехать. Сократим, будет быстрее. И полчаса стояли. Да, какой хороший денечек. Конечно, волнуйтесь. Да, так что. Готовы? Все, спасибо. Thank you.
Их снимают, а меня нет. Видите? Вон Тимофей, вон Игорь. А меня все. Мне сказали, хватит. Ты не нужен больше, сказали мне. Вот так вот. Знаете почему? Я доволен. Чем вы довольны? Всем. Всем? Даже тем, что у Игоря забрали права? Это тема табу. Табу? Да. Ну как меня убьют? Ну, отлично, отлично. А вы, Игорь, довольны мной? No comments, сука. No comments, сука. Главное, что котик доволен, да, котик? Пошел нахер, скотина! Первый раз! Доволен, котик. Да, вот так вот мы и прокомментировали наше выступление.